Снимаем беремболы в ботаническом саду в Рио. Так, просто информация. Коль, привет. Сейчас, секунду. Я общий вид сделаю, где ты сидишь, чтобы люди понимали. О, как тебе, Коля, Бразилия? Хорошо, у нас тебя не было, лучше было. Это твой второй приезд в Рио, да? Это второй, да. Два года назад здесь был. Второй. Я местный, короче, здесь. Мне вообще, по сути, здесь нравится. Можно просто так сюда приезжать. А сейчас так получилось, что ты тренируешься в Серра Коста. Есть вариант там потренироваться, я думаю, надо ехать. Просто свой уровень хочется посмотреть. Соответствует он коричневому поясу, не соответствует. Международным стандартам? Да, провериться. 16 часа соревнования будут. Вот да. Там по максимуму проверим. Просто на тренировках это одно, а на соревнованиях по-другому. Волгоградским пацанам пламенные. Базовый выход на беремболы с позиции Долларио. Позиция Долларио. Я загружаю ее ногу. Она падает назад, да. Вхожу в позицию беремболов. Мне нужно развернуть таз. Самое главное, это развернуть таз в ее сторону. Так угол 90, нужно, чтобы был угол 45. Коленку поджимаю, ее бедро. После этого просто опускаю ноги, обе ноги на пол. Ее таз поднимается, значит, это правильно беремболы. Позиция. Сейчас еще раз. Можно делать, как это стоит, так и сидя. Можешь сесть. То же самое, только позиции сидит. Я захочу разворачивать таз, сажусь, таз поднимается вверх, я нахожу за спину. Еще один раз. Более быстрый вариант. Сделаем более такую крутую версию. Вот позиция Долларио, я выхожу в берембол, захожу сюда. После этого выхожу в краб-райт, позиция краб-райта, поднимаюсь вверх, сажусь и даже перебор. Еще один раз сделаю. Давай сидим. Хочешь сесть? Делаю кувырок, захожу в перебор позицию. Фиксирую ноги, чтобы ноги не касались пола, чтобы она делала привет. После этого ухожу в краб-райт. Растягиваю бедро, поднимаюсь вверх. Отлетаю ногу и кувыркаюсь через ближнее плечо. Таз поднимается. Забираю спину. Короче, я хотел рыбе по лбом брошюрой стукнуть. И рыба, короче, у меня эту бумажку зубами выхватила. И вот теперь эта бумажка, вот она там плавает. Короче, вот она, да? Она там плавает. Они полезут, я за ней, они накусаются все.